Всем привет, друзья! Сегодня мы зайдем опять в цветочный магазин и посмотрим, какие новинки у нас в завозе. Вот вначале вы можете уже видеть штамбовые розы, они такие на стволике. И вот на горшке можете уже посмотреть их цены. Вот получается есть где-то 4 или 5 оттенков на выбор по цвету. Вот вы можете видеть уличные орхидеи на полочках. Среди них есть башмачок, который я тоже покупал. На горшке написано, что это именно для сада орхидеи. Вот можете видеть, как цветет белый сорт. Я поснял его для вас с разных сторон. Вот на бирке цветение розового, но он слишком маленький, поэтому я решил его не покупать. А вот перед вами тот, который я купил. Он желтый, и я вам скоро его покажу. Тех, кто любит помидоры, есть очень много разных саженцев, саженцы помидоров, тыквы, огурцов и тому подобное. Здесь есть все, что вы хотите. Итак, немножечко пройдемся по цветочному отделу, там, где находятся уличные цветы. Как видите, перед вами огромный выбор фуксии. У наших соседей летом очень красиво разрастается фуксия. А вот тоже очень необычный цветок, я его поснял, может быть, вы тоже знаете, что это за сорт. И вот эти штамповые деревья очень такие прикольные. Вот такой вот ценник на это дерево, 20 франков, в принципе, это где-то 25 евро плюс-минус. И вот снизу такие желтые букеты соцветия, очень тоже интересные. Так, друзья, а вот это, по-моему, виноград, если не ошибаюсь, потому что у него такие вьющиеся ветки. И вот здесь вы уже можете ближе просматривать такие шикарные лилии уличные. Вот это довольно прикольная лиана. Посмотрите, какие у нее лохматые серебристые листики. Идем дальше. Здесь у нас все тоже штамбовые деревья. У меня такая была. Она была похожа на ромашку, но она почему-то очень быстро пропала. А здесь перед вами целый стеллаж маленьких таких хризантем. Они тут вообще самых разнообразных оттенков. И, конечно же, много всяких разных гортензий. Они мне очень нравятся, у них такой мелкий цветок. Вот это растение снова завезли. Она такая очень интересная, называется протея. Напоминает какой-то супер экзотический цветок. Огромный выбор пеларгонии или по-народному, как ее называют, калачики. Раньше у наших бабушек она росла. А в Швейцарии она у них на улице, на балконах, везде цветет и растет. Она довольно дешевая, можно взять несколько кустиков, и к лету она уже расрастется и будет такая большая. Вот, кстати, на полочке стоят маки, такие, как мы видели в парке. И вот мы подошли к клубнике, посмотрите, какие тут есть маленькие саженцы, и уже на них есть ягодки.
А вот большой куст с ягодами. Лоток таких саженцев стоит 10 франков. Ну, почти 11. И вот еще посмотрите, какие есть классные растения калы. Это уличное растение, обратите внимание, какие у него листья в крапинку. Вот еще целый стеллаж с лавандой. И вот такие еще прикольные, очень интересные ромашки, очень крупные. Я еще видел рододендрон, он садится возле дома, я видел, их садят люди, они очень красиво выглядят. Когда они разрастаются, это выглядит очень круто. И вот, друзья, в завершение хотел бы вам показать цветущие кактусы. К сожалению, кактусы цветут только 2-3 дня. Но, тем не менее, увидеть их цветы очень прикольно. Вот этот маленький кактус мамиллярия, который густо цветет такими цветами. И вот напоследок еще просматривайте пару пустынных растений. Я, кстати, первый раз вижу, как они цветут. Но мне кажется, что их цветы достаточно мусорные, поэтому я не хочу их заводить. Друзья, если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.